сейчас. Оттянули и бросили. И бросили. А у меня не хватает сил. Ты только плотно его держи. Оружие в стороны не поворачивай. А я вообще мимо! Снимаем наушнички. Как ощущения? Жесть, я вообще не попала. Ну, у нас для вас есть первый вопрос. Кто изобрел винтовку Мосина? Мосин! Отлично! Вы просто гений дедукции. Второй выстрел. Ой. Вопрос номер два. Назови, пожалуйста, главнокомандующего советскими войсками в период Второй мировой войны. Главнокомандующего? Да. Сталин. Все верно. Опять не попало. Я контужен. Итак, вопрос номер три. Мы все еще живы. Какой вклад Красная Армия внесла в борьбу с печенегами? Никакого. Вопрос номер четыре. Что значит котел в военном понимании этого слова? Котел? Да. Попасть в котел, говорят. Что это означает? Битву самую главную. Ну, самую... Не совсем. Может быть, знаете, дебальцевский котел. Такие вот формулировки никогда не встречали? Нет, не знаю. Попасть в котел, если только это вот, ну, оказаться в самом пике вот этого вот. Попасть в полное окружение. Да, да, вот. Я это имела в виду, не могла сформулировать. Ну, давайте последний выстрел, а за ним и последний вопрос. Итак, последний вопрос. Соберите все свои интеллектуальные силы в гору. Какой русский город был сожжен по приказу Кутузова? Питер. Нет, это была Москва, спаленная пожаром французов. Да, ну, всего одна ошибка.